Приветствую, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Андрей. Продолжаем проходить Misery 2.2. Ну, как вы видите, мы все с вами находимся на заводе Юпитер, да. Я все хочу там все-таки исследовать центральное здание. Вот, исследовать вертолет. Кроме того, нам там найти надо будет документы, соответственно. А сейчас я просто разбираю наше убитое в хлам оружие, которое нам досталось от зомбаков. Да, мутанты здесь оказались всех мастей, как вы помните, ребят. 3 бюрера, 2 контролера, неимоверное количество зомби, сталкеров, обычных гражданских зомби. Вот, еще там я видел полтергейста и еще там куча снорков. Так что все монстры всех мастей, пожалуйста, все здесь. Как на железном лесе. Как же на железном лесе. Как в железном лесу. Вот уже начинаю даже заговаривать. Ну, просто несколько серий подряд снимаешь, когда уже так подустаешь и, соответственно, начинаешь такие бред говорить. Так что не обессудьте, ребятки. Вот. Так что сейчас мы вот с вами доразберем вот это все убитое оружие и двинем вперед навстречу приключениям, да? Посмотрим же, кто же нас там еще поджидает помимо снорков. Контролеры это перли как эти, как танки, блин. Прет как танк, его хрен остановишь. Еще пси-излучение его, даже если мы пси-блокаду с вами употребили, все равно убивает. Вот хоть бы что ты сделай. Так, все, разобрали. 89 килограммчиков. Самое оно. Пойдемте. Так, легкий голод у нас. Давайте, наверное, аптечку одну скушаем. Вот, сейчас еще подлечимся и можем прямо двигаться в путь дорожку. Посмотрим, что же там за приключения нас ожидают. Перекусить бы не мешало, да? Или ладно. Перекусим сейчас. Так, сохранимся сразу. То это оружие разбирать. Сейчас убьют, будет все по-новому придется делать. То не так у меня много времени этим всем заниматься. Время 19:24, ребят. Ну, чего, останется, хватит времени, чтобы сейчас норков пострелять, да, наверное. Ох! Ох, ё-моё, еще один контролер. Вы посмотрите, что творится. Пацаны, пацаны. Это что такое есть, а? Ребятушки. Да блин, я же успел зайти. Да что ты будешь делать, а, ребят? Какие твари, а? Не попадаю нифига, да? Он еще непонятно где там. Думал, сейчас опять достанет. Да, вот где-то вот здесь вот за кустами. Готов? Ха-ха-ха, попал, ребят, попал. Да, попал, пацаны, это удача. Сейчас еще снорков, он может быть даже издалека отстреляем. И прямо все будет very good. Ну-ка, гранатку туда этим снорком. Прямо в этот, как его, в противогаз. Ну чё, кто-то остался в живых? А? Где снорки все? Ой, я чё, двоих же положил? Да не может быть. Я тут, получается, двоих положил, да? Или нет, или одного. Да нет, ну я срезал с двоих, ребят. Нет. А, нет, я просто с того раза его еще привалил. Все правильно.
Кладка Путинка. Везет нам на водку в последнее время. Так, где там эти все? Вон там вдалеке вижу, по-моему. Еле ползет. Ну иди, иди. Бедолага, вон, видите, еле идет. Но все равно недооценивать не стоит. Еще и Полтер здесь. Ага, вот уже и Полтер. Уже и Полтер. Готов, Полтер, сохраняемся. Ха-ха. Как у нас с вами нехило получается, да, ребятки? Так, рука снорка. Бедолага, еле ползет. Ну ползет, прям хочет меня сцапать. До последнего ведь будет податься. Ну ладно, ладно. Так, вот он наш последний снорк. То есть какая за нами идет вереница трупов, состоящая из мутантов. Вот просто посмотрите, вот наша дорожка. Вот они, трупы снорков, трупы контролеров, трупы зомби, бюреров, да? Вот как мы с вами идем, наступаем. Так, давайте вот здесь вот там присядем и перекусим, наверное. Я надеюсь, там... Нет, какую здесь присядь? Ты чё, Андрюх, блин? Погоди, надо здесь где-то присесть. Во. Вот здесь лучше давай присядем. Вот. В кустах хотя бы, да, ребят? Это вообще никуда не годится. Съедим, значит, мы стейк из кабана. Вот, съели мы стейк из кабана. И чтобы радиацию вывести, можем выпить водку Путинку. Во, ништяк. Ништяк. Так. Зачистим дальше территорию. Здесь кто-то есть. Мы сейчас... всех положим сразу. Но я, честно говоря, теперь уже сомневаюсь, что здесь кто-то есть. По-моему, мы территорию полностью зачистили. Отлично. Все, останется только сейчас зайти на завод, на сам. Так, низкий заряд батареи. Но мы с вами подготовились. Как вы все прекрасно помните, да, ребят? Мы с вами уже подготовились. Так, давай-ка водочками. На меня там уже псевдо-собака начинает действовать. Где водочка наша? Так, плюс 22 килокалорий. Так, 22 килокалории. И еще... и еще что я хотел? Так, а что там по броне у нас? Да ё-моё, вы издеваетесь, а? Чё, четвёртый контролёр, что ли, ребят? Ну это вообще... ни в какие ворота не влазит. И где он? И где этот наш друг, блин? Ой, я уже и спать хочу. Всё совсем хреново. Да. Ладно, все понятно. Пойдемте возвращаться. Сейчас ляжем спать. Так, где там наши батарейки? Так, ложимся, наверное, сейчас спать, ребят. Время 20:37, с утреца идем на контролера. На контролера, на псевдособаку, кто там еще у нас будет. К сожалению, у нас нет таких препаратов от пси-воздействия.
Но тем не менее, как-нибудь уж, как-нибудь уж справимся. Так, наша, кстати, мина. Так, вот мы здесь вот выбросим, точнее поставим взрыв пакет. Если какая-то тварь придет, ну, она быстро, ей будет, короче, кранты. Так, а мы здесь мешочек распаковываем и ложимся спать. Так, давайте спим. 10 часов. Слышу, там зомби, но они нам ничего не сделают. В здание они не попрутся. Все, теперь перекусываем. Перекусываем. Так, стейк у нас есть. Так, перекусываем стейк. Запиваем это все водочкой. Консервированной кукурузкой. Все, радиация сейчас выйдет. Так, все, взрывное устройство мы забрали. Как видите, оно нам не понадобилось. Монстры, слава богу, сюда не пришли. Так, а как там наша броня-то поживает? Подустала немножко, да? 88%. Давайте, 88%. Плюс 6, это будет ровно 100. Отлично. Заклеим сейчас все дыры, да? Дальше. Оружие, как там у нас? 90... Ё-моё, починил броню, называется. Ёлки-палки, пацаны, вы посмотрите, что творится, а? Да ё-моё, откуда же вы все взялись, а? Вот уроды, а? Ну это точно контролёр натравил. Патроны-то какие бронебойные, блин. Ну вот, а здесь один только этот несчастный зомби. Без оружия. Ладно, давайте его избавим от мучений. Вот вам зомби сюда и не придут. Так, сколько опять стволов сейчас возьмем? Так, это все. Ремонтные наборы нам сейчас как никогда пригодятся. Ленка Капуста, Гришка Батый, Ваня Крестный Отец. Да, это контролер развлекается по-любому. Это он натравил. Вы же знаете, да, что они умеют ими управлять. Вон клей еще. Отлично. Спальный мешок. Вот вам и мизери. Так, хорошо, сохраняемся. Так, там никаких сволочей нету. Мне подсказывает, сейчас еще одна волна пойдет. Ну, сейчас, наверное, все зомби в округе соберутся. Так, давайте сигаретку выкурим.
успокоим нервы чуть-чуть хотя бы. Так, нервы успокоили. Да, вот такие вот дела. Но оружие потом мы разберем однозначно. Так, никого. Время сколько? 7:35. Давайте еще одну сигаретку. Да вообще, давайте вот здесь вот передохнем. По-нормальному. Так, вколем. Нет, наверное, аптечку используем. Вот, и, наверное, давайте уже до конца починимся. Если нам на это ресурсов хватит. Фонарик пока выключим. Так. Бронежилет чистый немо. Так, погоди, а у нас простой швейный набор. Простой швейный набор у нас любое снаряжение, легкий шлем. А это у нас сколько процентов уже? 85, 6%. Давайте, армированный брезентовый лист плюс 12, получится 97. Сейчас все дыры залатаем. Зомбаки мне устроили теплый прием. Добрый вечер, блин. Так, 95 плюс нашивка наемников, плюс 4. Дальше. ППШ изношенный. Так, дальше. Что у нас получается по починке? ТОС, РПК 92. Да, надо сейчас тоже смазать. Давайте так мы и сделаем. Вот он, РПК наш, лист брезента. Почистим. Во. Так. Все, масла нет, оружейных смазок тоже нет, ничего у нас с вами, ребят, нет. Есть только контролер. Давайте на паузе оружие еще разберу. Незваные гости, ребят, пожаловали. Пока я тут оружие разбирал, вон, обратите внимание, опять зомбари. Сколько у нас хоть патронов-то? 196 таких и 2 таких, да? Понятно. Смотрите, чешут. По мою душу, да, ребят. Он как крошит, да? Кто-то еще где-то стреляет. Вон они. Сколько у нас там дроби-то? Дроби нормально. Так, давайте. Сейчас каждый ремонтный набор на счету. О, 10 дроби, масленочка. Отлично. Да, они периодически спавнятся до бесконечности, походу, ребят. Все, наверное, так и есть. Так, ладно, все. Сохраняемся и присаживаемся.
Так, ну вроде бы, ребята, и все. Так, сохраночку еще раз, чтобы потом, если вдруг чего, не пришлось все это заново делать. Так, ну и давайте продолжать дальше. Пошлите навстречу приключениям. Я вас уверяю, мы эти приключения обязательно найдем. Так, во-первых, давайте что-нибудь, какой-нибудь препарат от пси-блокады. Ну давайте вот этот, что ли. Пойдемте. Бронебойные патроны возьмем. Да. Вроде бы припасов брал с запасом, но все равно боюсь, не хватит. Боюсь, даже и не хватит. Вот она, наша дорожка из трупов. Сразу можно определить, что мы здесь были с вами. Ну что, давайте, наверное, лишнее барахло скинем вот здесь вот. Чтобы не задыхаться на каждые 5 минут. Так, а все остальное с вами возьмем. Нормально. Где-то у нас должен быть вход в это здание, в центральное. И там должен... Да ёлки-палки! Вы посмотрите, сколько их. Опять что ли заспавнились? Да ё-моё, ребят, что... Что ты будешь делать? Уроды, а? А я не смогу ничего сделать. У меня патронов совсем чуть осталось. Мне можно рассчитывать только на одну дропи, разве что. А они вон прут, как танки, а. Но они во власти своего хозяина-контролера, да? Видите? Как сторожевые псы возвращаются назад. Видите как? Блин, думал, сейчас сиганет на меня. Так, что это все получается? Это не все. Это далеко, ребят, не все. Этот урод уже выскочил. Вон он, наверное, чешет, да? Готов, сохраночка. Сколько же мы будем здесь еще зачищать эту территорию, а? Кто мне скажет, ребят? Творится какое-то безумие. А у меня еще и ножик. А, ножик у меня тут. Да, как-то разработчики не продумали этот момент, чтобы ножик при сбрасывании системы быстрого сброса, чтобы нож не сбрасывался. Очень нужная вещь, к тому же оружие. Мало, я не говорю там про срезание частей тела. Дело в том, что может понадобиться банан для обороны. Это очень важная вещь. Так, с этого мы срезали. С этих тоже. Ага. С этого тоже срезали.
Четвертый контролер, ребят. Как вам такой расклад? А, ребят, полтергейсты, контролеры, бюреры, снорки. Разве что химеры кровососов не хватает. Там псевдособаку я слышал, опять-таки. Пойдемте зачистим. Все, сохраняемся. На всякий случай приготовим ружье для наших собачек, да? И в первую очередь, наверное, давайте, знаете что, сделаем обследование вертолета. Пойдемте, куда там надо идти-то? Я уже забыл все нафиг, пацаны. Так, тайнички сейчас все попозже будем искать, как только зачистим всю эту территорию мутантскую. Потом уже будем тихо, спокойно искать тайники. Опа, прыжок. Так, дайте я покурю. А я и сигареты скинул, да? Все там. Все, ребят, там. Все, ребят, там. И сигареты мои, все там. Так, понятное дело, здесь все интересно, все можно потом исследовать. Ага. Вот и наша родимая псевдособачка. На втором ярусе причем. Какая, блин. Вон, смотрите, где. Забежит назад, интересно, нет? Как вы считаете? Прикончить псевдособаку и все. Тихо. Ой, блин, я ж напугался, ё-моё. Где она там? Пусть бежит сюда. Не побежит еще, да ведь? Умная тварь, понимаешь, что здесь я еще поджидаю. Ага, вот она. Бежим. Ой, блин. Сволочь, точно. Ё-моё. Фу, где вторая? Так, здесь она не пройдет. Там решетка. Где вторая-то? А, вон она. Готово, все. Все, лежать. Ха-ха-ха. Была команда лежать. Так. Срезаем добрячки. Я вас поздравляю, ребят. Вот что значит Юпитер, завод Юпитер в Мизере. Вот именно такой и должна быть эта локация. Полная мутантов, полная опасности, потому что иначе здесь, ну просто, ребят, никак. Так, исследуем вертолет. С электроникой здесь то же самое. Тоже погоревшая. При этом система защиты от выброса цела. Хм, что же это было? Вот именно такой и должна быть локация Юпитер. Такая же вот опасная, полна, полным-полно, чтобы мутантов было, ребят. А то помните, как в оригинале Зов Припяти? Здесь, кроме пары собачек, больше никого нельзя было встретить. Так что пойдемте сейчас заберем наше барахлишко. Я так понимаю, после обыска вертолета спавниться мутанты уже не будут, потому что...
Здесь похоже, что по аналогии с железным лесом, да, там то же самое. Стоит вертолет обыскать, как полностью прекращается спаун каких-либо мутантов. И там локация становится относительно безопасной. Также, я думаю, будет и здесь. Так что сталкеры вполне могут сюда приходить и заселять эту богом забытую местность, да, ребят? Сколько? 4 контролера, да, получается. 3 бюрера, десяток сорков, 2 псевдо-собаки. Неимоверное количество зомбарей, сталкеров и зомби гражданских. В общем, все. Полтергейст. Все здесь были, ребята, все. То помню, по оригиналу здесь придешь, пару собачек постреляешь и уйдешь. Вот и все. А вот нет, ребят, теперь вам. Не все так просто. Все, забираем. Так, здесь вот сохраняемся. Ну, теперь здесь уже никого нет. Можем прям вот здесь садиться. Время сколько у нас? Время у нас 10 часов. Утро еще. Давайте перекусим. Наконец-таки. Тихо, спокойно. Перекусим. Водочка у нас осталась. Водочка у нас осталась. Водочка осталась. Геркулесик сейчас, восстановление сил. Так, что там? Слабый отрезвляющий эффект, сильное повышение сонливости. Ну ладно, давайте намахнем. Немножечко полегче будет. Все лучше, да, ребят? Так, ну и радиацию бы убрать. Радиацию бы убрать, да? Где там наша водочка? Во! Не, ну после Геркулеса, наверное, извращение полнейшее пить водку, ребят. Она никуда не деться. Так, понятно, еще я хапну радиации. Бесполезно. Так, где вход-то, господи? Вот он. Ну а теперь все аккуратненько исследуем, осматриваем. Тайнички какие здесь, где чего. Все смотрим. Аптечку давайте используем одну. Вот, вот эту. Обычную. Как бы там ни было, ребята, припасы наши потихонечку все исчезают, исчезают. Сами видите, да? Как все получается. Так, во-первых, у нас здесь тайничок есть. Вот он. Но он наверняка здесь не один. По-моему, это оригинальный тайник. Так что все аккуратненько осматриваем. По заданиям у нас тут два, значит, найти источник радиации поразивших 2 вертолета. Задание обновилось, Б-28 и путь в Припять. Понятное дело. Так что вот такие вот, ребята, дела, делишки. Так, давайте осматривать здесь все как следует. Интересно, что же это такое было, что расплавило всю изоляцию на проводах? Вся электроника погорела, а, ребят? В ящиках, я так понимаю, здесь бесполезно что-либо искать, да, ребят? Как-то интересно, ты машешь руками. Ладно. Так,
Там псевдособачка наша пала от наших рук, да? Чего только нету, весь мусор. Умывальники всякие. Опа, вот вам и фейерверк, ребятки. Так. А, ну здесь мы смотрели. Что-то я по второму разу начинаю. Одно и то же. Смотреть. Здесь тоже ничего. Здесь ничего. И здесь тоже ничего. Да, да, да. Ничегошеньки здесь, ребятки, нет. Хотя местность такая достаточно обширная. Кажется, много чего должно быть. Но пока нет. К сожалению. Здесь тоже ничего. Так, а здесь? Ну-ка, давайте мне какую-нибудь вкусняшку. Ну, место гибло, ребят. Понятное дело, место гибло. И особой популярностью у сталкеров оно не пользовалось. Соответственно, здесь мало кто был. И мало кто здесь, соответственно, и нынче делал. Это минимально. А может быть, здесь вообще никого не было, ребят, ни разу. Кто его знает, как здесь. Может быть, сталкеры здесь вообще не были ни разу. А те тайники, которые мы нашли, ну кто его знает. С каких времен они здесь лежат. Может быть, еще со времен работы этого Юпитера. Может быть, такое. Я думаю, что вполне. Баллон, да? Для чего, непонятно. Ну, не знаю, почему, но вот в Зове Припяти почему-то в ящиках абсолютно никакие ништячки не спавнится. Не знаю, почему и с чем это связано. Видно, разработчики посчитали, что здесь и так дофига всего. Так, это опять какая-то бумажка квестовая, но мы ее пока брать не будем. Везде нам попадается схема завода Юпитер. Пока непонятно, что нам дающая. Так, с собачки мы добрячки все сняли. Ищем теперь все здесь. Я не верю, чтобы здесь ни один тайник не был. Кроме оригинального. Не может быть такого. Чтобы разработчики в Мизере не добавили сюда никакого тайничка. Не может быть. Оригинальный, по-моему, здесь находится, да? Ух ты. Че, правда? Настоящий целехонький 105-й МРШ-ка. Вы посмотрите. И патроны еще. Ну-ка. Не верю, что это настоящий. Так, а что-то я еще не взял. Не, настоящий-то настоящий, но АК-105 в таком убитом состоянии. Интересно, а как было в 2.1.1? Наверняка был целехонький, а, ребят? Причем это же оригинальный тайничок. Видите, какой они его богатеньким сделали. Все, ничего там больше нету. Ну-ка. Блин, ничего не вижу. Так, ладно, 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 ребята, ладно. Опять схема завода. Это берется? Нет, не берется. Не берется.
Фейерверк. Пацаны. Еще один. Так, бумажки наши где-то здесь должны быть, да, получается. Но мы пока тайнички смотрим. Смотрим пока тайнички. Здесь по-любому что-то где-то есть. Надо просто это уметь найти, ребят. Не может быть такого. Да, кстати, если что-то знаете, пишите. Обязательно слазим, посмотрим. Так, что-то ты подустал, бедолага. Да? Да, тут тоже нету. Ничего. Щиток, вон, весь цветной металл уже выдрали. Соответственно. Ага, вот это и ник. Я же говорил, что здесь что-то есть. Две гранатки. Вот, пожалуйста, находится тайник вот здесь, ребят. И по моим подсчетам, это будет уже 10-й тайничок, который мы с вами нашли на заводе Юпитер. Но все равно бедноватый, смотрите, 10. Что тут у нас, 10 тайников? Это вообще последние 2 всего лишь гранатки. Вот вертолет несчастный, да? Провалившийся сквозь крышу. Смотрим, что здесь дальше есть. Но походу здесь больше ничего нет. Я думаю, это все, что нам позволит найти наши уважаемые разработчики. Да, ребят, походу это все. Похоже, что это, ребятки, все. Вот какое-то помещение такое здоровое. Что там как-то место-то негде пройти. Ну-ка, глянем. Здесь вообще пустое помещение, смотрите. Абсолютно пустое. Закрыт с обеих сторон. Здесь тоже камеры. Все закрыто, ничего нету. Да? Все закрыто, перекрыто. Да. Все закрыто, перекрыто. Ну что, ребят, наверное, надо возвращаться. Куда возвращаться? Возвращаться, наверное, на улицу надо, да, ребят? Что еще делать? В принципе. Так, разберем этот 105-й. 10%. Ни о чем. Если нас хотели удивить таким тайником, то это зря. Мы могли бы куда более, в куда более лучшем состоянии найти стволы, при этом даже не заморачиваться. Так, ищем документы. Опять-таки, забыл я совсем про документы. Так, где они там находятся? Нет, не здесь. Здесь тоже все перекрыто. Во. Письмо, поставка изделия номер 62. Оно? Оно, смотрим. Путь в Припять. Проверить первый отдел завода Юпитер. Так. Тетрадный лист. Итог заседания. Всем подразделениям сосредоточиться на деятельности по эвакуации. Так, это мы читали. Это мы читали, это читали. Вот он, да? Письмо о поставках изделия номер 62. В связи с аномальными явлениями транспортировка изделия номер 62 по открытой местности невозможна. В данных условиях требуется задействовать подземный путепровод Припять-1. Схема доставки и последующей консервации путепровода направлена в первый отдел. Видите, как оказалось, существует этот путепровод 1.
Так, а мы с вами сейчас вот исследуем вот эту территорию, да, ребят? Выбираемся отсюда. Выбираемся. К тому же у нас на улице что получается? Вот здесь вот тайничок стрелка должен быть. Так что сейчас все поищем. Сейчас все поищем. Так, где здесь выход? Ё-моё. Выпускайте меня. Ой, да блин. Угрозу видишь, займись. Кстати, что-то я не обращал внимания на вот этот вот разлом. Кстати говоря. А это, оказывается, проломленная крыша, да, получается? Все, пойдемте исследовать. Так. Вот, значит, прям вот эту территорию, прям по периметру. Вот край дороги, все. Рассмотрим, давайте. Какие где тайнички, сейчас все соберем. Главное, чтобы никаких мутантов. Так, здесь опять радиация лупит. Ну-ка, таблеточку, может, радиопротектор. Давайте используем. Не хочется радиацию лишний раз хапать. Да, тут видите, какой уровень. Так, в ковше у нас ничего. Хорошее, кстати, место для тайника. Раз так вот прицепить. И вот вам тайничок. Так, здесь вроде бы нету ничего. Так, трактора эти сейчас тоже исследуем. Я знаю, что сталкеры-любители сюда тайнички в кабины тракторов засовывать. Так, где мы? Да, эту территорию сейчас зачистим. Как там наша батарейка-то поживает? Ой, думаю, артефакты уже что ли нарисовались. Но пока нифига. Да, уже видите, как быстро батарейка садится. Если постоянно с фонариком работать. О, ребятки, вот вам и инструменты для тонкой работы, по-моему. Инструменты для тонкой работы. Ой, ты, блин, мой дорогой, ты еще издеваешь. Вообще тебе наскучил поиск артефактов, тайников, да? Кошмар. Время-то 13:46, а тебе уже спать хочется. Эх ты, несчастный. Так, спать это все понятно. Ты погоди пока спать. Где у нас кофеин? Давай сон гони пока от себя. Да. Пока еще не до сна, дружище. Мы еще не... Спать нам пока еще рано, не все сделали. Не все отыскали, не все нашли. Ха. Спать он собрался, ишь ты. Да, фигня, ничего нету. Никаких рюкзачков, никаких дополнительных тайничков. Ничего. Да, кстати, инструменты я же на карте не показал вам. Вот, смотрите, ребят, вот здесь вот. Пожалуйста, за
зеленым гаражом находятся инструменты. Так что вот такие вот дела, ребят. Так, ну это все понятно. Теперь давайте залезем. Блин, неужели здесь больше тайничков нету? Не может быть. Так, ладно, давайте вот посмотрим, что у нас в тракторе. В тракторе у нас ничего. Кроме радиации больше ничего нету. У нас радиопротектор на случай чего, если есть, да, есть, нормально. Живем, пацаны. Опа, это что, тайничок? Это тайничок. Это оригинальный тайничок, ребят. Похоже, что на то, да? Оригинальный тайничок. Вот он. Находится вот здесь. Вот, ребят, имейте в виду. Я подумал, когда патроны увидел, подумал, что какой-то ящик лежит. Ствол, естественно, весь убитый. АКМ. Так что имейте в виду. А в 2.1.1 наверняка был целехонький. Так что это 11-й тайник. Вот он находится вот здесь. Так что, кому будет интересно, придете, ребят, и заберете отборный и чистейший хабар. Скажем так. Ладно, здесь у нас тоже ничего не видно. К сожалению. А на самом экскаваторе. Ну-ка, давайте запрыгнем. Попробуем, по крайней мере, запрыгнуть. Получится? Получится, почему нет, да, ребят? Все у нас с вами получится. Так вот, тайничок не получится найти. Это да. Это такое у нас с вами есть. Да. Да, да, да. Тогда давайте зачистим тайничок, который у нас был. Который у нас был здесь в трубе. Этот тайник мы получили, когда расшифровали модуль памяти. Все вы это помните, да, ребят? Вспомните. Так, залазим вот сюда. Во-первых, давайте все здесь обыщем, посмотрим, где у нас что лежит. Вот, пожалуйста, вам. Вот какая красота, ребят. Вот он, еще один тайничок. Ну-ка, смотрим. Ну, не густо. Откровенно скажу, не густо. Вот он находится вот здесь. Кому будет интересно, можете его забрать. Так. Это понятно. С оригинала знаю, что здесь есть еще один тайник. Находится он где-то вот здесь, в этом месте. Вот, ну, смотрите. Аккумуляторы. Так что имейте в виду. Ой, какая радиация, елки-палки долбит. Ну-ка, быстренько. Во-первых, радиопротектор. Глотаем. Во-вторых, научную аптечку. Да, делать нефиг, ребят. Лоханулся я. Надо было смотреть в оба. Но сейчас ничего страшного, выживем. Ничего не будет нам. В этом медпрепарате я уверен. Видите, желтенький сигнал. Сейчас и вообще все исчезнет. Здоровье постепенно восстанавливается. Научная аптечка рульт. Имейте в виду. Так, здесь у нас точно все. Да. Помню, в оригинале здесь были аптечки научные. Их так было неудобно брать. Вы бы знали. Ну, вы, естественно, знаете. Вы же проходили. Так, ладно. Как нам теперь отсюда спуститься?
аккуратненько. И при этом, чтобы еще и не разбиться. Блин. Тут сейчас расшибусь нафиг. Короче, тайничок находится вот здесь. Имейте в виду, вот он даже уже появился. В любом случае, у нас будет, по-моему, 13-й по счету тайник, если не ошибаюсь. А вон, смотрите, что это, ребятушки, лежит. Ну-ка, пойдемте-ка. Зачистим. Ха. Видите как? Блин, упадем, расшибемся точно. Пойдемте аккуратно. Блин, еле ноги волочу. Так, главное не свалиться. Все, отлично. Так, а как-то нам вниз-то пролезть? Снизу, что ли, спуститься? Так, о, мы можем еще и наверх подняться, кстати говоря. Давайте зачистим, посмотрим. Нет, наверху ничего. Наверху ничего. Так, что-то мне прям плоховатенько. Давайте геркулесик навернем, а, ребят? Вот он. Так. Пойдемте сейчас. Возьмем еще один тайничок. Здесь я хоть спустился-то? Во будет, если не здесь. Здесь. Вот, пожалуйста, ребят, батареечки. Находится тайник, вот он, прямо вот здесь. Так, и это будет у нас 14-й, да, по счету. Ладно, все это хорошо, все это замечательно. Так, здесь я сейчас спрыгну, убьюсь. Ну, конечно, убьюсь, господи. Чего я ожидал? Так, вот спускаемся теперь мы с вами вот сюда, в эту местность. И теперь детектор. По детектору будем ориентироваться. Сохраняемся, во-первых. И аккуратненько пойдемте. Ладно, первый раз я так делаю. Давайте пользоваться болтами в том числе. Ага, нормалек. И вот он, тайничок. Ох ты, SG-550 заказной. Хоть этот экземпляр штурмовой винтовки выпущен явно не вчера, хорошо видно, что прежний владелец обращался с оружием бережно. Винтовка полностью перебрана. Перебрана. Ее детали тщательно подогнаны друг к другу, что позволило несколько увеличить убойную силу. На прикладе аккуратно вырезаны буква S и 16 маленьких крестиков. Должно быть изготовлено по заказу сталкера по имени Стрелок. Вот так вот, ребят. СГИ-стрелка. СГИ-стрелка. И записка Клыку. Записка на оборотной стороне старого документа. Клык, больше не могу тебя ждать. У меня на хвосте целая свора. Иду в саркофаг сам. Отправляю свой счастливый ствол с патронами к нему. Совсем никак. Если не вернусь, отдай его призраку. И скажи, пусть бережет. Машинка толковая. Будь, стрелок. Да, ребятки. Это ствол. Ствол легенды. Вот он. Посмотрите. Камуфляжный. Да, ребятки. Ну-ка, демо-рекорд. Ладно, давайте выберемся отсюда. Потом будем разглядывать стволы. Прошли. Я вас поздравляю, пацаны. Это был, наверное, 16-й тайник. Так, ну и посмотрим винтовочку еще разочек. Обязательно ее поюзаем.
Madden in Swaziland. Ну, это означает, что в Швейцарии сделано, да, я так понимаю. SG-550. Sig Arms Inc. Herndon, да, не знаю, что это написано. Так, вот, значит, S, что означает стрелок, каменное оружие, да. Так, а где маленькие крестики-то? А маленьких крестиков нет. Ну ладно, и так хорошо. Ха-ха-ха. Да, ребят, машинка толковая. А вот так вот, ребят. Ладно. Продолжим уже в следующей серии. Это я предлагаю закончить, потому что уже давно я снимаю. Комментируйте, оцените серию, ставьте палец вверх, если вам серия понравилась. Ставьте палец вниз, если серия не понравилась. Пишите про тайнички, если какие-то я здесь пропустил, именно на этой территории. И подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Андрей. Все, до новых встреч, всем пока, ребят.